День добрый, Инна. По нашей традиции, перед тем, как инструмент отправить, мы его снимаем на видео, чтобы нам о нем осталась память. В этом кофре находятся две обертоновых флейты. Но, я бы даже сказал, почти три обертоновых флейты. И сейчас мы поймем, почему три. Вот они у нас две. Одна покороче, это у нас ре, и подлиннее это си. Подлиннее мы пока отставим. Поиграем на ре. Это была ре обертоновая флейта. Теперь си. И один момент, такой от нас подарок, в дань уважения вашему таланту, это тот самый третий инструмент, который нам позволяет из нашего си-бекара сделать си-бемоль. Мы насаживаем сюда вот такую насадочку, на ней нарисован си-бемоль, вот, и получаем уже си-бемольный инструмент. Вот, видимо, все, что я хотел сказать. Сообщите, пожалуйста, когда инструменты доедут, и будем рады, если появятся с ними какие-то видео, аудио или фотографии. Всех благ.